10 югорчан получили премию «Команда Путина». Накануне в Ханты-Мансийске чествовали номинантов. Премия инициирована Общероссийским народным фронтом, чтобы отметить труд тех, кто выполняет свой профессиональный долг даже с риском для жизни. В Югре награды получили 8 врачей из Сургута, Нижневартовска, Ханты-Мансийска и Когалыма, а также представители гуманитарного добровольческого корпуса и журналистского сообщества. Каждый из них внес огромный вклад в восстановление мирной жизни на Донбассе или боролся с коронавирусной инфекцией. Вы, рискуя здоровьем и жизнью, лечили людей Донбасса, невзирая на возможность попасть под обстрелы, организовывали сборы доставки гуманитарной помощи. А еще у себя дома, в Югре, боролись с опаснейшей болезнью 21 века COVID-19. Не считаясь с личным временем, возможностью тяжело заболеть и даже умереть. Честь вам и хвала. Когда я принимаю решение поехать помочь людям, ни о какой награде не думалось тогда. Тем более приятно вдвойне, что так высоко оценили. Сложностей особых не было. Единственное, что небольшие недостатки испытывались в медикаментозных средствах, но успешно с этим справлялись.